Всем привет, друзья! С вами снова Кот, и это очередное видео по прохождению сценариев в игре Arma 3. Продолжаем проходить сценарий «Стратегический удар». Едем к следующей точке, которую нужно зачистить. По мне тут уже огонь открывают. Надеюсь, доеду. Новое задание появилось. Высаживаемся и валим отсюда. Еще одно новое задание. Ладно, потом разберемся. БТР едет. Вижу вражеский БТР. Квадрат 0-9-0-0-6-1. Понятно, что вражеский. Свой по мне не стал бы стрелять. Где он? А он это? Уехал? Ладно, хрен с ним. Если что, потом его выбью. А танк, кстати, наш. Снайпер. Снайпер готовый. Попробую этот блокпост зачистить. Тут меня уже приветствуют граждане. Готовый. Наверное, он тут не один. Ну, конечно. Снайпер. Вот он. Вот так бы всегда. А с этой стороны что у нас? Пулеметчик был. Причем один. Больше тут, видимо, я никого не увижу. Ладно, идем в город. Еще какие-то схроны уничтожить надо. Ладно, это там разберемся, короче, потом с этими схронами. Минус. Это свои, сирийская армия.
Хорошо, что они вот влекли. На, короче, кого не бегать. Нормально получается. Если бы еще всякие туристы с рюкзаками не бегали, так вообще бы шикарно было. Ты что, не наш, что ли? Ах ты, скотина. Я думал, это свой. Вроде прилично одетый был. Вижу цель. Квадрат 095064. Готовый. И этому долго не оставалось. Гражданские ходят, как будто ни в чем не бывало. Минус. Кто где? Где-то снайпер. Понятно где. Сейчас снимем. Вот и все. Нам нужно вот это здание справа. Минус. 9, 7, 0, 6, 4. Там он еще один спрятался. Да ты прям живущий. Готовый. Техникой воспользоваться нельзя. Может, хаммер можно взять? Нет. Ну ладно. Ставим взрывчатку. Схрон уничтожен. Я тут ушел метров за 50 оттуда за зданиями, спрятался и пострадал почему-то. Тут элементарно даже ударной волны не должно быть. Ну ладно. Продолжаем зачищать местность. Хотя тут сирийцы, наверное, без меня бы справились, конечно. Пехота. Квадрат 093065. Ну-ка, сейчас этот блокпост проверим. Готовый.
Тут пусто. Минус. Какая-то техника едет, надо. Надо бы подготовиться к этому. Так, а где? А, ну молодцы, решили не рисковать. Ну ладно, вас там и так примут. Мне еще тут все проверить надо. Справа противник и, скорее всего, опять на вышке. Опять там БТР работает. Попробую подняться, посмотреть. Этот готовый. Но он, скорее всего, там лежит, в этой вышке. Вот и все. Нет больше вражеского снайпера. Уходим отсюда. Там, кстати, где-то годная перестрелка. Надо поучаствовать в ней. Как-то неудобно получилось. Но так лучше. БТР. Или тот же, который в начале был, или еще один. Очередное задание выполнено. Главное, все с гранатометами бегают, никому БТР не подбить. Мне одному как будто это надо. Осталось три точки проверить. Ладно. Надо КамАЗ починить. Вроде ехать можно. И на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!